Із дводенним візитом у Києві держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен сьогодні президент Володимир Зеленський заявив про те, що одна із пріоритетних тем під час обговорення з держсекретарем Ентоні Блінкеном буде якраз поставка систем протиповітряної оборони. І під час перемовин, зокрема, Зеленський акцентував вже увагу на тому, що для захисту Харкова і області потрібно два ЗРК «Петріот». За вашими очікуваннями, на який практичний результат після цього дводенного візиту ми можемо розраховувати? Ну, як мінімум, сам візит – це вже положительний момент. Іменно Блінкена. Не Салівана, не Бернса, а іменно Блінкена. Тобто, це все-таки госсекретар, який розбирається и имеет определенный вес и при принятии решения в том числе сам, то есть исходя из своих полномочий и служебных обязанностей. Потому его приезд, его поддержка, она высоко должна цениться украинским народом, украинским военно-политическим руководством. Ну, естественно, он же приехал не с пустыми руками. То есть то, что он привез, в ближайшее время россияне на своей шкуре испытают. А вот, допустим, те вопросы, которые, ну, попали в информационный поток, вопросы под тем же Патриотом по системам противовоздушной обороны, и то, что эти вопросы проговаривались же не просто так, раз они в информационный поток попадают, то, значит, будут однозначно положительные моменты по результатам этой поездки, связанным в том числе и с системами противовоздушной обороны. Ну, будем надеяться, по крайней мере. Ну и большое спасибо, конечно, Америке, американскому народу за поддержку. Она нам сейчас на данный момент нужна, и приезд именно Блинкена – это такой акт поддержки. Про новинки і про нові тактики, які використовуються нашими військовими, так само хочу з вами поговорити. Днями була інформація про те, що українські військові провели випробування багатофункціональних наземних дронів. Ці дрони мають назву «Махно». Так от, Сили оборони Півдня про це поінформували. Говорять про те, що випробування пройшли у 108-й бригаді ТРО. Були вони успішними, і найближчим часом наземні дрони вже будуть проходити перевірку бойовою роботою. В чому особливість таких дронів? Ну, не тільки таких. Безекіпажні дрони, як угодно їх можна називати. Є БПЛА, є наземні, є надводные, подводные. То есть сейчас война переходит в такой беспилотный режим с дистанционными механизмами. Причем такого рода механизмы мы в свое время разрабатывали еще в 2014-2015 году. Платформы, на которых можно было устанавливать и взрывчатку, и КПВТ устанавливали, и прицельное оборудование, радиотехническое, РЭБы. Даже вплоть до того, что пытались и снайперское оборудование ставить и работать им. Очень тяжело было пробиться через Укроборонпром, практически нереально. То есть только вот уже в 22-м году, когда начались боевые действия, тогда уже начали и Укроборонпром шевелиться, начали их пинать со всех сторон. И вот некоторые из разработок наземных дронов, в том числе, пошли в серию. Вот один из них, тот, о котором мы с вами говорим, он может использоваться в разных амплуа, то есть начиная от ударного, заканчивая уже дроном камикадзе, то есть с подрывом. Сейчас только проходят испытания в полевых условиях, то есть, ну, это очень быстро будет проведено. Я думаю, это дрон очередной, это не единственный дрон, который у нас есть наземный, у их уже больше десятка как минимум, станет в серию. Я думаю, мы его услышим. В найближчій перспективі дрони можуть замінити артилерію чи ні? Нет, это нереально. Есть определенные задачи артиллерийские, есть определенные задачи под дроны. Они не некоторые задачи они не взаимозаменяют. Особенно когда надо накрыть, допустим, площадь, надо вскрыть на определенную глубину закрытые позиции. То есть здесь дроны ничего не сделают. И есть механизмы, допустим, авиационного поражения. То есть те же авиабомбы, ракеты, управляемые, неуправляемые бомбы, свободно падающие, корректируемые, планирующие. То есть это немножко
три разных ипостаси, в принципе, одного и того же вооружения, потому что идет авиационный, то есть применение авиационных систем. Но они используются по-разному, под разные задачи. Потому полностью они друг друга заменить не могут. Они могут только дополнить друг друга. Вот тут в режиме дополнения артиллерия, беспилотники и авиация, вот тогда создается такой синергетический эффект, эффект накопления поражения противника, который приводит к победе. І про нову тактику. «Бізнес-інсайдер» днями написало про те, що пілоти українських повітряних сил використовують тактику, яка була вперше розроблена американцями, щоб змагатися в небі над лінією фронту на майже 1000 кілометрів. Що це за тактика? Ну, это завоевание превосходства в воздухе. То есть основная тактика – это сначала уничтожение ПВО противника. Это очень важно, так как ПВО, в основном ПВО не дает возможности ни истребителям работать против истребителей противника, ни штурмовикам и бомбардировщикам работать по земле. Потому была не то, что изобретена, просто определенные механизмы использования противорадиолокационных ракет типа ХАРМ. Они были в таком режиме ловли на живца. Это когда самолет выходит на больших, не на предельно малых высотах, чтобы не видел локатор противника, а именно не за радиогоризонтом, а над радиогоризонтом, для того, чтобы как раз системы противника увидели, и тут главное успеть их уничтожить. То есть летчик в таком режиме живца практически выступал вместе с самолетом, конечно, естественно, и успевал до того, как взведется система и пойдет на перехват ракета, уничтожать сами локаторы. То есть успевал прицелиться и целеуказанием навести ХАРМ на выполнение боевой задачи. Причем иногда это делалось уже в полете. То есть на предельно малой высоте ХАРМы сбрасывались и шли в определенный сектор. А дальше летчик поднимался над радиогоризонтом и начинал управлять ракетами, которые уже подходили к предполагаемым целям. После того, как РЛС противника включались, их тут же шло указание, целеуказание самолета ракетам ХАРМ, и они уничтожались еще до пуска противоракет. Очень опасное занятие, но тем не менее его можно применять. Пане Григоровичу, щиро дякую вам за цю, як завжди, цікаву і актуальну бесіду з приводу актуальних тем дня сьогоднішнього. Завжди вас раді бачити на нашій YouTube-платформі. Бережіть себе і до нових зустрічей. До свидання.